Всем здорово, всем здорово, всем привет. Очередная посылка. Вы-то знаете, что там, да? А я только догадываюсь, ой, судя по размеру. По идее, тут должно быть продолжение. Должно быть продолжение, да, паяльника. Вот это будет штука у меня кататься в машине. Я что-то не понял, она что-то с паяльником. И прикольно. По рисунку с паяльником. Станция домашняя у меня есть уже, правильно? А в машине, когда едешь к кому-то, надо, чтобы тоже была станция. Вот. И мануал. И что у нас здесь? Ой, прикольно. Розовенькая. То есть оранжевенькая, конечно. Но все равно прикольно. Давайте вместе распечатаем. Вот такая штукенция. А вот это для... Так, вот, собственно говоря, сама станция. Сейчас коробку отложу куда-нибудь в бок. Бачок. Какие прикольно, слушайте. Не, ну хорошо. А, вот напор воздуха. Слушайте, ну вообще малюпасая какая. Какой фен? Фен вроде нормально. Там насадки-то есть. Ой, насадки есть. Вроде норм. Даже болтом можно зажать. Давайте сразу зажмем болтом. А потом... Потом... Включим, попробуем. Посмотрим, как это чудо работает. Ну, блин, открыть целлофанки, еще та история, особенно когда в руках что-то держишь. Вот, вот эта штукенция, болт и, я так понимаю, гайка должна быть. Причем болтов целая куча, а с гайками дефицит. Кстати, интересная такая насадка, обычно принято... А, там три болта и три гайки, под каждую отдельно. Интересный зажим какой-то, обычно просто вставляешь, поворачиваешь. Здесь еще что-то надо зажимать. И он туда завалился. Это типа вот так. И здесь им зажимаешь. Что-то давно я уже таких насадок не видел, откровенно говоря. Ну да ладно. Так, и чик-чик-чик-чик-чик. И отверткой типа зажать. Давайте хоть руками пока закручу. Отверткой уже потом, не заставляя вас ждать. Зажмем это чудо. Так, хорошо. Это у нас эта хрень куда-то цепляется или это просто подставка? А, есть. Хитро. С этой стороны это. Ну, это паяльник. Паяльником сейчас никого не удивишь, наверное. А, я понял. А эта штукенция типа сюда ставится. Сюда паяльник. Ну, прикольно. Если 220 не будет под боком, как-нибудь в машине есть. Короче, я так понял, если просто попаять что-то надо, тогда буду пользоваться паяльник, который 12 вольт. Если надо также будет использовать фен, тогда будем использовать эту хренотень через переходник. Ну, давайте что ли проверим, как это чудо работает. Ой. Надеюсь, не шандарахнет током. Так, включаем. Так, чик. Эм. 300. А, говорит, короче, жала нету, а этот... О, сработало. И скорость. О, скорость меняется. Ну, ух ты, слушайте, до 300 моментально почти нагрелся. Нифига себе, не ожидал. Ну, оперативно, сразу 300. И
Надо потестировать будет этот фен. Посмотреть. И смотрите, как быстро остывать начал. Такого я чуть ни в одной паялке не припомню, чтобы так быстро остывало. То есть просто вниз побежал. Или это задная температура. Так, ага, но тут выключать нельзя. А, не, можно. Наверное. Так. Ага, выключать. Это температура, это жало. А просто выключить нельзя. То есть просто выключение, это у нас сзади тумблер, я так понимаю. Вообще инструкцию, говорят, иногда надо читать, полезно. Вместе с выключателем. Вот он типа выключился, остыл, и теперь выключаем. Ну-ка, горячий. Ай! Ага, написано было, что уже остыло, дотронуться еще горячо. Ладно, это уже как бы детали, все. Короче, работает вроде. Как минимум фен в дороге такой можно использовать. Ссылки, как всегда, на то, что я покупаю, находятся внизу под видосом. Заходим на форум, а на форуме уже все это найдете. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока-пока.